фотографируемым памятников, который проходит уже третий год. И проблема у нас в том, что в России памятников много, но не существует реальной базы таких памятников, чтобы она была актуальной, иллюстрированной и действительно полной, выверенной. Вот самое лучшее, что сейчас есть, это база, находящаяся на сайте культурного наследия, culturenasledie.ru. Но в этой памяти базе куча ошибок, там не все памятники, и ей на самом деле пользоваться очень неудобно. Мы хотим сделать на ее основе правильную, актуальную базу, с которой пользователи смогут работать. Да? Соответственно, извините, что перебиваю, но очень важно. Скажите, что такое памятник вашей понимаете? Сняли с языка, да? Памятник – это некий объект, который на государственном уровне, да, то есть либо это памятник федерального, либо местного значения. Объект культурного наследия. Здание. Объект культурного наследия – здание. Только здание. Ну и скульптура тоже, да? Нет. Только здание. В данном случае речь только о здании. На первом этапе мы ориентируемся на здание. Возможно, потом мы сможем добавить туда археологические, там, замечательные места, сады и парки и так далее. Да, но изначально мы как бы ориентируемся на здание. Вот. Соответственно, надо создать инструмент, который вот поможет из того массива информации, который у нас есть, получить действительно точную базу этих памятников, да, то есть с местоположением, там, с фотографиями, которые в том числе будут в рамках конкурса загружаться. Базу, на которую мы можем опираться как на действительно качественный, точный источник. Кроме того, в ней есть, скорее всего, почти все федеральные памятники, но нет памятников местного уровня, там каких-то выявленных памятников, которые желательно добавить. Так что их надо дополнять на основе документов местных, подключать к этому, соответственно, людей, которые работают на местном уровне. Вот мы, у нас цель такую задачу решить. Вот. Соответственно, нам надо добавить все объекты, и все объекты, которые мы добавили, проиллюстрировать. И возвращаясь к первоначальной цели, с которой все начиналось, провести конкурс, международный конкурс Wikilove Monuments по загрузке иллюстрации на все памятники России. Вот. Соответственно, у нас мы ориентируемся, Я включусь и расскажу про аудиторию, на которую будет ориентироваться проект. Гражданские активисты, речь идет не о широком без ограниченном поле таких людей, а прежде всего о сформированных инициативных группах жителистов и привыкнувших к ним людей, которые уже участвовали в редактировании подобного рода информации, на которой будет потом опираться именно вот этот первый этап проверки существующей информации в базе. То есть это люди, которые смогут редактировать эту информацию, и они готовы действовать как волонтеры и имеют соответствующие квалификации для людей, которые этот проект написали. А во-вторых, это группы, которые будут привлечены к этому проекту в связи со своими интересами. Это, например, поток любителей, потому что мы рассчитываем на то, что в таком проекте будет много интересных фотографий, например, лично туристических людей. Это сообщество путешественников, которые путешествуют по России матушке и где-нибудь там под Великим Устюгом, увидев интересный памятник, смогут его добавить, и он будет добавлен, если модераторы и проверяющие доставили. Это те, кто могут заинтересоваться такой возможностью и таким проектом в силу своих профессиональных интересов, краеведы, историки, архитекторы, и этот список может быть продолжен. И в
шестых, это, ну, мы написали горожане, чтобы было более все понятно, вообще те люди, которые объединяют территорию. Это, естественно, мы обращаемся на уровне города, и потом мы расскажем попозже, как именно мы думаем к ним обратиться, то мы можем говорить о том, что вот в вашем городе, например, нет никаких известий, как и памятников, или нет проиллюстрированных нет фотографий памятников, если вы хотите увидеть памятники и знать о памятниках. Дальше я расскажу немножко об интерфейсе сайта, как он устроен, по какому принципу работает. Когда человек заходит в первый раз на сайт, он видит примерно такую картинку систематически. Дальше мы покажем сам как сайт, есть уже работающий. Итак, человек зашел. Мы постарались сделать дизайн таким, чтобы он был интуитивно понятно и простым для человека, ему не посвященного. Итак, человек заходит на сайт по двум причинам. Ну, в основном это две причины. Это либо найти какой-то объект, либо что-то добавить, пополнить базу. Итак, что ему нужно, чтобы найти какой-то объект, который его интересует? Для комфорта была сделана карта вот в этой части экрана. И, естественно, картинки, которые будут отображаться в зависимости от тех мест, которые будут отображать карта. Допустим, человеку нужно найти какое-то определенное место. Он нажимает «Выбрать регион», из всплывающего списка он выбирает нужный город, улица и так далее. Он с каждым разом, все детализирование, когда карта увеличивается на тот район, который ему нужен, ну вот эти иголочки показывают те места, где находятся, и снизу выводятся сразу фотографии, которым они соответствуют, ну, тех памятников, допустим, сейчас улица Марата 3, да, улица Мира. Если же человек зашел и этой улице, ну, на этой улице нет памятника, того, который он хотел посмотреть, или он может сразу же его добавить, ну, если вот у него есть фотографии, он целенаправленно нашел это сделать, тут будет кнопка, чтобы добавить, загрузить фотографию. Ну, это как возможность загрузить сразу же фотографию в том месте, которое он определил. Либо можно сделать это, нажав просто «Добавить фотографию» на сайте, если он просто хочет загрузить фотографию памятника этого. Если же у него есть помимо фотографии еще дополнительная информация, вот я покажу, да, вот «Загрузить фотографию», то есть он выбирает название объекта, саму фотографию загружает, указывает адрес файла, имя автора фотографии, кто эту фотографию сделал, загружает регион, город, адрес, ну, это понятно. Есть еще возможность, если это где-то находится вне города, вот можно добавить или сделать поиск на карте на самом деле удобство и непосредственно отправить, нажать «Отправить» кнопочку. Если же у него есть помимо фотографии дополнительная информация, ну, человек просто хочет помочь проекту, то он может более полный регион, город, адрес, сразу же видно, где то ли он показал место, название автора и текст, в котором можно будет отобразить, когда этот памятник был сделан, при каких условиях, краткая аннотация, в общем. И также состояние памятника на данный момент, то есть в каком состоянии сейчас находится, будет всплывающее меню. Ну, там можно из трех пунктов, это хорошее, там, отличное или очень углубленный такое. Также, чтобы как-то достеречься, может, я предосмотр посмотреть, и если все нормально, то отправить фотографию. Вот, в принципе, очень простой, интуитивно понятный интерфейс сайта. Также будет вот тут сделана кнопочка слайда, где если человеку проще искать по карте, то карта будет сдвигаться, ну, фотографии будут двигаться, и карта будет больше становиться, и будет проще искать по карте. И если нажать его второй раз, то наоборот, карта будет немножко вверх съедет, и на первый план предоставится фотография, где можно будет быстрее по фотографии найти, то есть кому как удобно искать. Ну, в принципе, все, да, я думаю. Сейчас можно перейти бы. Да. Мы начали реализацию. Так, можно сайт переключить. Хоти профессионал. А вот непосредственно сам сайт. Его, видимо, не очень хорошо видно при такой яркости, да? Но все-таки это вот то же самое. Здесь выбор региона, есть карта России, по карту только вот по волне заполнены памятники, да, они группируются при увеличении, они там
Можно еще? Вот можно посмотреть конкретный памятник, соответственно, перейти на страницу этого памятника, посмотреть более подробную информацию по нему. Сейчас, по-моему, он не кликается. Должен кликаться. Ну, возможно, долго трудится. Соответственно, сделано формы загрузки. Да. Есть там крупная фотография, которая будет рейтинг фотографий, в том числе и фотографии, которые проголосовало там больше людей, будет показываться как основная фотография. Ну, дополнительно там другие фотографии, других ракурсов, информация, местоположение памятника. Также будет там справа кнопка «Сообщить об ошибке», если кто-то там видит что-то неправильно. Ну, соответственно, форма загрузки и форма добавления. После загрузки и добавления это будет сразу добавляться в базу, но помечаться непроверенной информацией. И вот ограниченное число людей, которые будут нужны дополнительные права, смогут подтверждать, что это действительно там, не спам, не мусор, а реально правильная информация, но которую надо нам добавить и исправить. Расскажите систему оценки, пожалуйста. Не более популярна, на самом деле. Да, у нас, соответственно, как уже сказал, будет система оценок фотографий, то есть фотографию там, любой желающий может оценить, что она ему понравилась, и тогда более рейтинговые фотографии будут попадать там, будут показываться в первую очередь как основные памятники. Но новые фотографии тоже будут попадать сразу на оценку, чтобы люди могли их посмотреть, оценить. Можно вернуться к презентации? Через соцсети, там это сообщество, которое есть, сообщество, которое уже существует, и в Вики, и ВКонтакте. И, возможно, мы найдем обязательно какие-то новые, и, наверное, будет иметь смысл свою страничку сделать на Фейсбуке, ВКонтакте, Фейсбуке. Будем замечать баннеры. Это примерно мы представляем сейчас тематический сайт, куда нужно пойти в первую очередь. Ну и в офлайне мы видим возможность опять задействовать вот эту сеть волонтеров, которые уже заинтересованы подобного рода проекта. К примеру, это может действовать таким образом. Мы
дизайнируем какое-то объявление, сделаем дизайн, разошлем его нашим волонтерам, они его распечатают и, может быть, внесут, например, в Прилучинский музей. Или же еще в какие-то места развесится, в вузы или еще какие-то тематические. Да? И также мы можем списываться и сообщаться с какими-то мероприятиями тематическими, вроде городских марафонов и через них предоставить информацию. И в конце концов конкурсы, которые будут проходить.